Всем привет, ребята! Приветствую вас на канале Ната, и я с вами Натали, снова на моей любимой кухне, на моем любимом месте. Итак, мне пришли посылки, которые я купила по распродаже в магазине DM. Также я купила в Росмане вот такой вот замечательный порошок Перволь, и за него я вернула деньги. Он стоил 3,49, вы тоже можете вернуть деньги. Обратите внимание, в Росмане или в DM, кто живет в Германии, есть наклеечка. Вот, если вы видите, я вам покажу, наверное, поближе. В общем, здесь наклеечка, здесь все написано, как вернуть деньги. Вы покупаете в Росман или DM, фотографируете чек и порошок, отправляете на этот сайт, который написан, и вам на конту приходят деньги. Так, это все. Дальше. Мне пришла посылочка. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. А там внутри сигареты. Сигареты от фирмы Pall Mall. Мне пришло 3 пачки пробной сигареты. Скоро они выйдут в продажу. Раньше был синий Pall Mall, а сейчас он будет зеленый. Ценой стоит он 6,60. Вот посмотрите, ребята, 6,60 стоило за сигарету. 6,60 будет стоить за пачку сигарет 20 штук. А мне это пришло абсолютно бесплатно. А просто мне написал, знаете, почему я вам показываю сигареты? Потому что и бесплатности. Потому что один подписчик написал, что это не бывает в Германии. Да, это бывает в Германии. Вы можете, пожалуйста, совершенно бесплатно получить порошок, совершенно бесплатно получить сигареты. Это все тестовое. И все получается довольно просто. Давайте раскроем посылку. Сейчас я возьму ножик и посмотрим, что в ней. Очень хорошо запечатано. Итак, посылка. Посылка меня ждет от DM письмо. Здесь написано, что я заказала. Вот. Так. Затем бумага. Итак, ребята, продолжает дальше. Здесь вот такие 3 пачки для пола, для ламината сухих салфеток. Давайте будем доставать. Затем 2 пачки вот таких вот салфеток. Это для пыли вытирать мебель. Итак, дальше 2 вот такие вот салфетки без палочек. Так. Надо покласть. И 4 пачки с палочками. И здесь по 3 салфетки лежат вытирать пыль. Называется это Свифер. Так. Дальше 2 большие такие вот упаковки. Она такая, знаете, тяжеленькая. Это для влажной салфетки, напитанная лимоном. Давайте сейчас я открою и покажу. А также, девчата, здесь у меня нет, получается, швабры. Я сходила в Росман и купила швабру, чтобы подходила к этим сухим тряпочкам и влажным. В общем, ребята, у меня не было к вот этим вот всем покупкам швабры. Я купила в Росмане за 7,99. Была скидка огромнейшая. Вот, купила. Давайте откроем и посмотрим. Здесь у нас палочки, швабра и опять же сухие салфетки на пробу идут. В общем, давайте я вам ее соберу и немножко протестируем с вами, да? Посмотрите, буквально за минуту я собрала эту швабру. Теперь посмотрите, видите, вставляется здесь, а? Вот так вот вставляется. Посмотрите, ребята, оно прям как в каком-то, как в воде лежит это все. Это мы берем, вытягиваем одну тряпочку. Итак, ребята, я сейчас буду показывать.
Поклали тряпочку, затем швабру. И вот очень все просто. Раз, два, три. Давайте протрем пол, посмотрим, как она протирает, да? Вот, ребята, ставим швабру и пошли. Очень легко идет это все. Прямо хорошо. Пол прямо не мокрый будет, влажненький. Салфетка, ничего не капает с нее, прям как раз хорошо. Для ламината просто красота. Ну-ка, сейчас посмотрим. Пол был чистый, немножко было пару крошечек, но она уже серая стала. Ну-ка, давайте пойдем на балкон, там протрем там полы. На балконе, в принципе, пол тоже очень чистый, но все равно давайте протрем. Посмотрим, как она здесь ведет себя в использовании. У нас пластмассовый такой вот пол на балконе. С Икеи, в Икеи мы покупали эти плиточки. Ой, девчата, ребята, как оно пахнет. Пахнет прямо очень-очень хорошо. Давайте посмотрим, стала ли она грязная. Потому что все-таки балкон, и здесь пыль собирается. Машины ездят. Мне прямо самой интересно. Ну, пол у меня не настолько грязный, но тряпочка, конечно, уже стала серая. Все-таки машина здесь проезжает. Посмотрите, какая красота. Отстегнул это все и просто взял и выкинул. Вот посмотрите, какая она была белая, какая она стала серая. И вроде бы все чисто, но она что-то собирает, представляете? Какая-то жидкость, что все-таки собирает эту грязь. Прекрасно, да? Девчата и ребята, я очень вам рекомендую купить эту вот магнитную тряпочку с палочкой, со шваброй. Очень хорошая штука. А также, девчата, которые живут в Германии, обязательно попробуйте купить порошок Перволь, чтобы обязательно была наклеечка «Gratis Test». И вы можете вернуть деньги. Почему бы и нет? Это все-таки экономит бюджет семьи. Желаю вам всего самого наилучшего, самого хорошего, огромной любви, счастья, удачи и будьте здоровы. С вами была Наталья на канале Ната. Всем пока-пока.